Боевики Исламского государства сегодня попытались взять штурмом сирийский город Хасеке. Оборону держат в правительственные войска и ополчение курдов. Но исламисты действуют по уже привычной тактике. Бросают в бой отряды один за другим, не считаясь с потерями. Поток добровольцев, желающих воевать на стороне экстремистов, не иссякает. Вот, например, вербовщик из австралийского Мельбурна. Гламурная фотомодель. Через соцсети у него каким-то образом завязалась дружба с джихадистами. И всего через несколько месяцев молодой человек отрастил бороду и начал сам искать пополнение для войны в Сирии и Ираке. Охотнее всего на юношу с журнальной обложки покупались женщины. А во Франции рекордные тиражи набирает книга, которая объясняет, как исламистам удается вскружить голову девушкам, казалось бы, воспитанным в европейских традициях, и покорно отправиться на Ближний Восток воевать, ну или обслуживать экстремистов. Писательница Анна Эрель в бестселлере «В шкуре джихадиста» опубликовала свою переписку с террористами, которые были уверены, что взяли ее на крючок. Пропагандисты боевиков проникают даже в силовые структуры. Полковник ОМОНа в Таджикистане бросил семью, жену и 8 детей и отправился на Ближний Восток. Он стал одним из крупных полевых командиров и угрожает вернуться с джихадом на родину, в Таджикистан. Практически все завербованные изначально едут в Турцию, чтобы пересечь границу с Сирией. Правда, удается это далеко не всем. Репортаж Андрея Чистякова из Кабардино-Балкарии. Этим парням едва исполнилось 20. Всего сутки назад они собирались сесть на стамбульский рейс. Версия – отдых. Но пограничники раскрыли обман. Турция должна была стать лишь транзитом на пути в страны Магриба. Как вы доедете до Стамбула, там как бы вот такой-то, ну, как контакты дал, данные, доставил бы, сказал, все. Второкурсника медицинского вуза и его родственника, такого же студента, вербовщики боевиков отыскали в группе по интересам одной из социальных сетей. Вот только видимая часть тех страниц, которые посещали эти беглецы в ИГИЛ. Среди интернет-переписки встречаются и такие просьбы. Ищу информацию, как стать наемником в Сирии. Где и кто занимается вербовкой. Есть желание, все серьезно. Предложения в личные сообщения. Среди высказываний различных богословов мелькают призывы переселения в халифат. Буквально государство для мусульман. Каждый, как бы, у каждого мусульмана спросишь, сейчас как бы каждый ответит, что он мечтает о халифате. С парнями общались на русском, при этом тонко выспрашивая, в какой части Северного Кавказа они живут. Даже предлагали помочь с заграничными паспортами. Позже пришли четкие инструкции, как добраться до Сирии. Деньги на поездку собирали 2 месяца. При этом юноша утверждает, что оружие в руки брать не собирались. Знал ли, что там военные действия идут? Ну, и нам как преподносили там и... Как я говорил раньше, как упоминал раньше, там и мирные жители. Сейчас эти парни говорят, что поняли, от какого шага их остановили. В этой мечети молодые люди познавали ислам. Но вопросы о священной войне, которые готовили интернет-опекуны, они или не задавали своим наставникам, или не смогли получить на них понятные ответы. Имам мечети утверждает, что из его прихожан вряд ли кто-то уехал на восток поддерживать ИГИЛ. Людей убивать вообще нельзя, это запрещено уже. И в Коране написано это. То, что там происходит, это для нас темный лес. По данным силовых структур, за время конфликта в Сирии только из республики в стан международных боевиков перебрались 10 человек. Некоторым удалось вернуться. Кого-то смогли остановить, как этих студентов. Сразу после беседы с нами молодые кавказцы уехали домой. Сейчас решается вопрос о вынесении им так называемого предупреждения о недопустимости действий, создающих угрозу совершения правонарушения. То есть, если повторная попытка и случится, то соответствующие силовые структуры будут рассматривать ее как уголовное преступление со всеми вытекающими последствиями. Андрей Чистяков, Евгений Радаев, Александр Кундухов. Вести из Кабардино-Балкарии.